Мы хотим, чтобы дети не забывали свою культуру, правильно пели, танцевали, изучали язык. Мы скучаем по Крыму. Селям алейкум, хош кельдинес. Готовим плов. Национальное традиционное блюдо. Вернемся, конечно, вернемся. Подождем, не мы вернемся, а наши дети вернутся. Не дети, так правнуки, но все равно вернемся. Ты не убежишь от запаха вкусного кофе на маминой кухне. Ты не убежишь от ваших свадеб безумно веселых. Ты не убежишь от того, что у тебя течет в жилах. Все они снимают жилье. Но я также не знаю тех людей, которые бы продали в Крыму какое-то свое имущество и приехали, купили тут. В основном они все надеются и ждут, что ситуация изменится, и они вернутся в Крым.